1 марта состоится тренинг Ицхака Пинтасевича «Личная эффективность». О подробностях нам сегодня расскажет президент Международного клуба молодых бизнесменов Амир Ройтман. Доброе утро. Доброе утро. Ну, начать хочется с общего. В принципе, так ли важны мотивирующие тренинги? Конечно, само собой. Вот давайте, допустим, зачем вообще людям тренинги? Какую пользу они приносят? Ну, по сути, есть люди же информация. Или тренинги? Тренинги. Люди, понятное дело, какую пользу могут принести. Зависит от того, что за человек. А какую пользу приносят тренинги? Ну, допустим, ты же можешь изучить всю информацию в интернете. Ты же можешь прочитать огромное количество книг, пообщаться с умными людьми. И вроде достаточно. А тут-то нет. Для того, чтобы изучить информацию, нужно огромное количество времени, чтобы найти эту информацию. Нужно ее изучить, прочитать, посмотреть. Это огромное количество времени. А здесь бац, тренинг, который позволяет тебе сконцентрировать себя на конкретном предмете. И самое лучшее, который изучил тренер по этой тематике, тебе выдает. Тут ты получаешь информацию, тут ты получаешь аудиторию, которая вместе с тобой мотивируется. Ну и далее ты приходишь к тому, что начинаешь действовать. И это очень круто. Но вот хочется спросить, кто такой Ицхак Пинтасевич, почему вы решили пригласить именно его? Ицхак Пинтасевич более 12 лет проводит тренинги по личностному росту. Это человек, который обучался у известного Тони Робинс. Это бизнес-тренер номер один в мире, самый дорогой, его день стоит около миллиона долларов. Вот, он у него обучался. Если Тони Робинс это на американском пространстве, то Ицхак Пинтасевич в постсоветском пространстве, в России и в странах СНГ. Человек, который умеет мотивировать и может создавать условия, при которых твоя эффективность растет в два раза, а то и более. И как раз тема нашего тренинга, личная эффективность, удвойся. Как долго будет длиться этот тренинг? Целый день, с 10 утра до 6 вечера. 8 часов полного погружения, 80% практики и 20% теории. В основном будут практические моменты, которые ты прямо на мероприятии будешь действовать и воплощать то, что тебе будет говорить тренер. То есть это не будет сидишь, слушаешь, внимаешь, а потом думаешь, как это применить. Прямо там ты действуешь. А будет ли время задать вопросы интересующиеся? Конечно, само собой. За 8 часов у тебя будет не только возможность, сможешь лично пообщаться с Ицхаком, плюс ко всему прочему у тебя будет взаимодействие с аудитории будет порядка 300 человек, где ты сможешь познакомиться с руководителями, собственниками и менеджерами, которые будут также участвовать, как и ты. Вот очень многие люди, когда заходит речь о каких-то мастер-классах, тренингах, считают, что в принципе-то действительно все можно найти в интернете, смысл платить какие-то деньги, приходить. Вот чем лучше лично поговорить с человеком, чем посмотреть его же ролики в интернете? Есть очень такое классное позиционирование многих великих и известных людей, которые говорят о том, что если ты хочешь стать лучше, ты должен окружить себя лучшими. Если ты окружаешь себя теми, кто могут больше тебя, которые знают больше тебя, и ты варишься в этом, то ты хочешь не хочешь, ты становишься таким же, а то и даже лучше. Поэтому для того, чтобы стать сильнее, тебе нужен человек, который в разы сильнее тебя. Ицхак Пинтасевич как раз та личность, которая всю свою, ну так сказать, сколько он уже, 25 лет занимается развитием своим личным, а 12 лет, больше 12 лет он уже проводит тренинги. То есть он обучался у мирового уровня психологов, он изучал тему НЛП, нейролингвистическое программирование, то, как манипулировать, воздействовать на людей, как в себе создавать определенные аспекты, которые позволяют тебе эффективнее работать даже в той сфере, в которой ты ничего не знаешь и не разбираешься, но очень быстро обучаешься. И он помогает тебе абсолютно по всем пяти сферам жизни удвоиться по показателям. А пять сфер жизни это какие? Это может быть работа, это личная жизнь, это любовь, это бизнес, и это еще какая-то сфера, здоровье. И по этим какая-то сейчас сфера здоровья, самая основная. И эти сферы ты улучшаешь по всем показателям. Минимум, он говорит, в два раза улучшаешь. Ну и далее как получится. У кого-то, может быть, и в пять раз. В завершении беседы хочется от тебя услышать пару советов, как успеть больше. Для меня самый важный, допустим, для меня вот опыт, который я получил, это фокусироваться, это делать конкретно одно действие, но настолько круто, что лучше тебя это не сделает. Если ты будешь фокусироваться на конкретном действии, ты сможешь в этом стать специалистом и экспертом. И как только ты становишься специалистом и экспертом, у тебя все начинает получаться. Если ты расфокусируешься, и у тебя много действий, которые тебе нужно выполнить, то у тебя не получится все сделать на уровне. Поэтому главный мой совет – фокусируешься на одном, утраиваешься, я не знаю, в 5-6 раз становишься лучше, и результат у тебя будет в эффекте вау. Ну и давай в завершение еще нашим телезрителям напомним, когда что будет происходить. Такой небольшой анонс мероприятия.
Друзья, 2 марта в четверг на целый день прилетает к нам Ицхак Пентасевич, бизнес-тренер номер один по личной эффективности в России и в странах СНГ. Человек, который знает, как сделать из тебя супермена. Человек, который понимает, что в 5 сферах ты станешь лучшим. Для этого тебе необходимо получить знания от человека, который посвятил этому пол своей жизни. Поэтому я вам рекомендую прийти на Ицхака Пентасевича, получить знания, мотивацию, а также принцип, по которому ты сможешь улучшить все твои 5 сфер минимум в 2 раза. Приходите 2 марта, мы вас ждем. Информацию можете получить на сайте kmb.md. Спасибо большое за то, что приехал к нам сегодня в гости, в студию, поделился своими советами.